Всем привет! Хочу поделиться с вами огромной радостью, которая у меня произошла вчера буквально. Я не выдержала, открыла посылку. Случайно сидела в интернете, в Вайбере, зашла в группу «Вот рай в раю» и решила поиграть в лотерейку. И купила два билетика по 10 гривен. Ждала аж до вечера. И вечером мои билетики выиграли. И меня начали все поздравлять. Я в шоке. Первый день в этой группе и сразу же выиграла. Все в шоке, все в восторге, пишут комплименты. Поздравляем, поздравляю. А в душе, наверное, сами хотели эти орхидейки. Сейчас я покажу, какую я выиграла орхидейку. Вот она, видите, как красавица. Там был на выбор орхидейки, но я выбрала вот эту. Называется она, сейчас скажу, как где-то был. Не скажу, как называется. Я вам поставлю в заставке, чтобы все посмотрели и название напишу. Вот всех поздравляют. В общем, каждый день здесь идет розыгрыш и разыгрываются орхидейки на выбор. И были котлейки, а я себе выбрала орхидейку. У меня такой не было. Я думала, она цветущая придет, но приехал подросточек. Ну, примерно, наверное, 1,7. Это я хочу вам показать, из каких я выбирала. Какие у них разнообразия. Ну, все равно приятно за 20 гривен выиграть орхидейку, пусть она даже самая маленькая. Ну, она орхидейка, когда-то все равно она зацветет. Это не они, сейчас я вам найду. Вот, посмотрите. Вот из этих двух я думала, эту выбрать или эту. А потом решила, наверное, все-таки первую. И мне ее прислали. 1,7, видите, подросток. А были много разнообразных орхидей, вот разные, видите, какие хотите. У них много выигрышных, каждый день кто-то выигрывает. Не знаю, но я больше не играю, я один раз попробовала, я выиграла, мне повезло. Я очень счастлива, сейчас покажу вам эту орхидейку. Пришла она в такой маленькой коробочке, я ожидала что-то большенького, но она маленькой коробочке. Еще пришлось 10 гривен заплатить за упаковку. Ну, какая тут упаковка? Коробка какая-то обыкновенная. Ну, ладно. Итого она мне обошлась 30 гривен. Посмотрите, какая орхидейка. Орхидейка подсушена хорошо. Корни нормальные. Видите? Вамхе. Это азиатская красавица. Растущий листочек у нее молоденький. И ее нужно полить, так как она сильно просохла. Я ее поместила в такой одноразовый, ну, стеклянный стаканчик. И сейчас будем с вами поливать. Для полива ей понадобится совсем мало водички. Вот я взяла отстойной водички немножечко. Сейчас я ее выму, покажу, сколько она льет. На донышко вот так. Без удобрений, без ничего. Сегодня я полила буквально вообще граминочку. И помещаю в стаканчик. Завтра посмотрю, как пропитаются корешочки. Если будет маловато, я добавлю. А это расцвела моя пульчерима. Посмотрите, какая красота. Сейчас уже темно. И она не сильно ярко выглядит, но все равно она очень красивая. Вот видите, сахарные цветочки. Это я подсветочку включила. Красавица. И это будет у меня красавица. Корни у нее хорошие, вон растущие корешочки. Ну, в общем, я довольна подарком. Покупкой за 30 гривен. Даже не подарком, выигрышным покупкой за 30 гривен. За 30 гривен орхидейку можно приобрести. Если бы каждый день так сопутствовала удача,
Можно играть хоть каждый день. Но я боюсь, второй раз такое не повторится. И я больше не играю в азартные игры, потому что они очень сильно втягивают. Я в другой группе поиграла. Хотела Ванду выиграть. И ничего. Неделю ждала, пока там все соберутся. И ничего не выиграла. И решила для себя, больше не играю. Сегодня я сделала такое коротенькое видео с вот этой новой орхидеечкой. Будем за ней наблюдать. Я вам буду рассказывать, все показывать. Всем спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока. Она немножко уже подвяла. Видите, пока доехала ко мне. И пить хочет. Вот корешочки напоят. Сейчас мох напитается. И она, корни немного позеленеют. И листики наберутся плотности. Всем удачи, всем пока.